Ребята, всем привет! И прежде чем мы начнем смотреть видео, хочу предоставить вашему вниманию отличный ресурс для тех, кто задумывается о приобретении хорошего ножа – Knife & Craft. Это сайт по поиску мастеров ножеделов в своем городе или регионе. Помимо ножей и топоров там можно найти много чего еще интересного и полезного. Так что ресурс полезный, ссылка, ребята, в описании. Ребята, всем здорово! Я рад вас приветствовать на канале Дневник Рыболова. И сегодня у нас такая легенькая рыбалочка. Сегодня праздник, незапланированная рыбалка, скажем так. Выйдем, половим с вами на кормачки. Вот. Что хочу сказать по данной рыбалке. Выехал я сейчас где-то, 2 часа дня. То есть не самое клевое время для рыбалки. Нужно было это делать все равно утром. Ну да ладно. Вот. Порыбачим часика 3, возможно, что-то поймаем, возможно, нет. Загадывать не будем, но будем стараться рыбачить. Ну, в принципе, как, картинку общую я вам разрисовал. Уже приедем на сам водоем. Ну, и будем смотреть по ситуации. Что у нас получится с рыбалкой, не получится. Так что я вас вывожу сегодня на рыбалочку, на кормачки. Все, поехали, ребята, на водоем. Тут мы с вами остановимся. Поставим ротподик. Вот кормачки. Ну, ротподик такой он. Я его покупал очень давно. Это один из первых, такой маленький, слабенький. Ну, специально для кормачков я его и брал. Вот, хотел с мостика, но что-то передумал. Сюда, в принципе, и обычные стойки можно было воткнуть. Но я их не взял. Ну, поставим ротподик. Сейчас покажу. Вот такой. У меня есть, обычно я пользуюсь, если карповиками, у меня такие на треногах мощные, как эти ротподы. А это такой 4 ножки. Ну, сейчас я раскладу вам, все покажу, в принципе, подробно. И 3 кормачка. В общем, будем ловить как? Ближняя дистанция, средняя и дальняя. Ну, как ступеньки. Раз, два, три. Центр чуть поближе и постараемся чуть ближе под камыши. Хочу заранее предупредить, рыба закормлена до безумия. Так что тут еще нужно будет постараться, чтобы ее поймать. Ну, в общем, как-то так. Ладно, ребята. Меньше слов, больше дела. Так. Повыше его. Ну вот, ребята, ротподик собран. Блин, ветра нет, штиль полный. Не знаю, как это на рыбалке отразится, но в принципе жара такая, я вообще в шоке. Хоть бы ветерок чуть-чуть подул. Ну да ладно. Так, сейчас замешаем прикормку. Взял специально зеленого цвета, так как у нас дно заросшее. Вот. Чтобы сильно не отличаться на дне с гороховым ароматом. Прикормка. Сейчас замешаем. Вот закармливать я не буду, так как это будет утопия полная. Вот, чисто в кормушечку, чтобы приманить. Так, все есть. Будем делать первый забросик. Так, ребят, ну уже 2 забросил. Один левее, один прямо. Все 3 зарядил на кукурузу. Очень сладкая, вкусная кукуруза. Вот. Попробуем, как на кукурузку будет отзываться. Если часик постоит, ну, часик половим. Если ни одной поклевки не будет, значит, будем переходить на катыши. Там будет больше шансов что-то поймать, на самом деле. Вот. В общем, как-то так. Везде кукурузка сладенькая, вкусная. Потому что на удочке нормально. На кукурузку.
прикормки совсем чуть-чуть, чтобы хотя бы просто приманить к самой основной насадке рыбу. Вот, все, два у нас заброшено. Может, я, конечно, локацию не так выбрал. Можно было, может, чуть-чуть сместиться ближе к гузырю. Ладно, сегодня попробуем так. Возможно, в следующий раз еще. Так, ну это возьмем правее. Вот так вот. Все отлично. Ух ты, поклевка. Поклевочка. На кукурузку. Что-то не крупно, ребят. Клюнуло, но клюнуло. Здесь мелкой рыбы очень много. Эх, трава. Ну да ладно. Сход. Это тоже результат. Но поклевка уже была на кукурузку. Быстро, быстро. Ладно, сейчас эти установим. Здесь, ребят, понимаете, крупная рыба есть. То есть, в принципе, здесь не супер крупно, здесь нет трофейной пока. Ну, за двушку есть реально карпы. Вот. Но так как в этом году было заброшено с мизинец рыбы дофига. Реально. Вот, поэтому она не дает. Ну, она уже, конечно, выросла. То есть где-то сейчас у нее ладошка размер. Она не дает подойти вот такой килошка, чуть больше, двушка карпику. Ну ладно, в принципе, ничего страшного. Процесс идет. А это самое важное. Кто будет клевать как? Ух ты, громко-то как. Отлично. Так, ну вот на кукурузу была первая сработочка, правда, холостая. Кря-кря-кря. Сейчас сделаем перезабросик, ребят. Кукурузы нет. Травы много, толстолоп, амур не справляются. Слишком заросшее дно, но не очень видно, и размеры не позволяют. Он такой сейчас грамм 200-300. Ну, думаю, в следующем году уже дно будет почище на порядок. Ладно, сейчас мы снова зарядим кукурузу. Вяло. Вяло почему? Он не голодный. Берет очень-очень насадку аккуратно. Это, конечно, не река. Не, хотя если не покормить хотя бы недельку его, сразу бы результат был бы налицо. А так он думает, брать, не брать насадку. Ладно, ребят, давайте сейчас еще забросимся заново. И попробуем поймать рыбку. Крючочек маленький на этом кормачке стоит. Маловат, конечно. Ну ничего, добавим немножко прикормки. На гороховой основе, подкрашено зеленым. Все, делаем заброс, ребят. Так, только отвлекся на секунду, сразу поклевка. Ага, что-то есть, ребят. Есть. На этот раз, надеюсь, не сойдет. По-моему, а не, идет. Это не крупное, но есть. Это у нас клюнул карасик. Карасик на кукурузку. Хорошая поклевка. Ну, карасиная, на провисание. У карпика, сазанчика только натяжки срабатывают. Вот. Пока на кукурузу ловим. Пока катыши не используем. Ну, хорошо отрабатывают, между прочим. Народ купается, жарко, шумно на водоеме уже стало. Посмотрим, как это отразится на рыбалку. Ну что, минут 40 уже стоит наша кукуруза. Я уже успел в магазин съездить,
взять мороженое. Хорошо, что здесь магазины рядом. Сейчас будем наставить катыш. Вот такое мороженое. Фруктовое, офигенное. Очень удобное. Сейчас слопаю мороженое. Уже растаяло, пока доехал. Вот. И буду перезабрасывать, ребят, все-таки на катыши. Вкусняшка. Вообще супер. Ладно, начинаем. Она в сторону. Рыбка не дала докушать мороженое. Ну, что-то там очень-очень вяло. Ну, все равно перезабрасывать. Не, ребят, она ничего нету там. А если что-то есть, то вот. Да, все, холостая. Кукурузу сбивает и все. Ладненько, сейчас пусто. Доем мороженое, буду перезабрасываться. Везде одинаково. На все три. Даже не буду пока экспериментировать. Попробую так. Так, этот снова также на центр. Иди. Посмотрим, что там на середине есть. Там глубина хорошая, там идет как раз русло. Там глубина серьезная. На днях замеряем эхолотом. Скажу точно. Сейчас даже будет по-лески видно, она будет вот так вот. Здесь есть. Так, два забросил. Этот крайний вообще молчит. Даже и не пытался клевать. Эти хоть как-то отрабатывали. А это вообще тишина. Сейчас проверим заодно, есть ли там кукуруза. Хотя меня терзают смутные сомнения. Травы дофига. Зацепы идут и все. Это будет проблематично, конечно, с рыбой. Ну, ничего, это дело времени. Сейчас вытянем. Прикормки. Ну, есть. Кукурузы нет. Ладно. Так. Перезабросы выполнены. И ждем первую поклевку. Нет, значит, поменяем вкусовые качества. На данный момент мы используем специи. Паприка доминирует здесь конкретно в этом катыше. Так, все, ждем поклевку. Так, поклевка на средняя была, такая вялая-вялая. И все. Чуть-чуть натянула и бросила. Но одно преимущество, что катыши остаются на месте. Кукурузу уже сбили. Лампочка горит. Все. И вся поклевка. Ну вот минут уже 7 прошло после заброса. Этот первый немножко дернулся. Вот второй. Ну как бы основных таких мощных поклевок нет. Есть поклевка. Есть, есть. Блин, зацепился. Ну ладно. Кто там у нас? Да, все, все, все. Иди сюда. Кто у нас? Сказал бы, что сазан, ребят, но это такой вот карась. Так, секунду. Сейчас. Вот такой. Ах ты. Есть. Хорошо зацепился. Вон он, ребята. Карасище. Руки сполоснуть. Так, ребята. Вот. Второй карась в копилке. Пока сазанчиков, ни карпиков я не видел. Вот. А, стулочка. Перезабросил. Надеюсь, что к нам пожалует господин карп. Желательно зеркалочка, голенький карпик.
Хотя карась такой, знаете, я прям подсюк подумал, и натяжка хорошая была. Накрякал какую-то среднюю. Она крякает, вообще не пищит, а крякает сигнализатор. Думал, сазанчик. Но нет. Хороший упитанный карась. Накатыш, видите, преимущество. Он засекается хорошо. А кукуруза сбивается, удар происходит, и все. Пум, и нет. Тем более он берет аккуратно, и у него особо жадности нету на данный момент к пище. Ладненько. Еще время есть. Думаю, карпика поймаем. Только его перезабросил, только-только. Ё-моё, что, кто там? Уж. Думал, леска садится. Опять карасик, наверное, какой-то. Угу. Снова карась. Так, есть снова заброс. Вообще чутенько, в течение минуты. Мгновенная поклевка. Карасика. Так, три карася в арсенале. У нас две холостые поклевки, два схода, скажем так, и три результативных. Да ё-моё, опять средняя. Там идет брока. В нее постоянно у меня зацепы, исходы. Ну, примерно как этот раз, наверное, да? Угу. Брока плюс трава. В итоге такой результат. Ну, блин, опять поклевка. Нужно было стойки взять. Раз я на такой почве рыбачу, неудобно. Удобно, если ловить на два по краям. Вот. И как назло, постоянно клюет на центральный. Ничего. Лишь бы клевало, справимся. Скрякалка это. О, кля. Видно, динамик поврежден. Ну, есть особенности. Необычный звук. Какая разница? Клякалка снова ожила. Я не пойму, центрально работает, получается, точка прямо рабочая. Оказывается. Чуть вправо, чуть влево уже что-то не так. Прикормка та же самая. Насадка та же самая. Бровка та же самая. Блин, ничего нету, ребята. Снова идет такой тугой зацеп. Да, точно, пусто. Ладно, сейчас забросим чуть-чуть дальше. Вытянул первый, думаю, что не клюет. Здесь катыш, ладно, есть. Второго нет. Или раки сожрали. Но аккуратно снять невозможно, потому что на нитке, как бы, это не кукуруза. Ладно, сейчас еще раз перезаброшу. Так, все, два перезабросил. Теперь правый. Он тоже стоит молча. Эти хоть как-то себя проявляют. А этот вообще заглох. Я сюда один, наверное, другие катыши. Поставим гороховые. Не паприку, паприку снимем. Хотя и паприка хорошо отрабатывает. Везде же одинаково все как бы. А сюда мы поставим красным цветом. Или оранжевым, со вкусом гороха. Надо перезабросить его. Да, да, он будет долго тебе. Если он там есть. Или это какая-то мелочь. А ну, держи эту удочку. У тебя тоже это. Я подставлю, я сейчас бы помог бы тебе. Ну, у меня сделано. Тут видишь, проблема обровка, а там трава. И вот бывает тянешь, и он цепляется за нее, и все. И не, ну, сходы идут. Ага, понял. Наверное, сход холостой, скорее всего. Да. Ну ладно. В принципе,
Сейчас. Ничего себе травы. Да. Это каждый раз. Да, да, да. Потому что если было право, я бы уже вытянул. Ну, я понял. Сейчас я... Под левую, я перекидываю всегда. Да, я понял. А что ж такое, что, блин, это, а? Выросла, выросла новая трава. О, а кто-то, видать, висит, видишь, мелочевка. Хотя, хотя сказать, что это очень мелкий, не скажешь, карась. Нет, это такое, видишь, 150-200 грамм. Кстати, золотой. Ну да. Видишь? Ага. Золотой карась. Да, и... да. Блин, мне нравится лицо, класс. Да, золотой карась. Красавчик. Да, его это, как его, иди. Расти, расти, как пусть растет. Это хорошо, видишь, он мелкий, видишь, и все-таки он его потихоньку, да, потихоньку, да. И заглотнул. Заглотнул. Надо, наверное, приподнимать с бровки его. Вот так, на пытаться. Во-во-во, подожди, я его поднял вверх. Да-да-да. Видишь, мне придется. Да не, вроде еще пока не надо. Это, наверное, из оперы мелких. А, ну ты его должен поднять. Да-да-да, это небольшой. Тоже караси атакуют, ты видишь? Да-да-да. Мужик к вечеру подойдет и... Да, правильно ты сказал, здесь вышел, и так все это и выглядит. Это уже второй. Пусть. Опять провисает. Это что такое? Пусть. Это он уже трогает. Да, он, наверное, уже там висит, смотри, танцует. Да, он там у тебя есть. Он танцует уже там. Видишь, ямка, видишь, на бровке и потихонечку. Надо задирать просто эту самую удочку кверху. Да. Идет. А куда ты в сторону? Иди сюда. Иди сюда. Иди. О, венгерский, ага. Как раз почищу траву заодно. Место. А видишь, а этот, видишь, тронул и бросил. И бросил, а этот нет, все, засекся. То есть... Там постоянно. О, смотри, да. танцует, вот. Поднимаем выше, дергает, ну тоже мелкий видно. Ага. Вот. Видишь, так бров с бровки выводим. Бодренько. Бодренько идет, да. Карась. Ах ты, ушел, ну ничего, это его нормальная реакция. Это его крючки. Поклевка. Сейчас выведем. Выведем. Наверное, снова карась. Народ купается, карасю пофигу. Карась клюет. Угу, карасик. Карасик стандарт. Вот так вот. Блин, на первый долбит кто-то. Мелочевка какая-то. Так. Стромно. Крякалка. Блин, и эта катушка заскрипела. У меня одна скрипучая была первая. Уже вторая. Все, карасики атакуют, да? Вот так вот. Есть. Ты что такое опять крякалка? Ну, все. Карась на провисание. Поднимем. Приподнимем. Брока. Никого. Как крякалка натянула. О. Это повеселее, наверное, чем карасик. Или карасик, но хороший. Кто там? Ух, не отдай себе карась. Офигеть, карась. Не карась, а карасище, я бы сказал.
Сейчас. Тихо. Все, сейчас будет все хорошо. Вот он, ребята. Красавец. Есть. Так, ну что-то клюнуло, блядь. Что-то клюнуло. И причем наглое, блин. Ух ты, ё-моё. Поднимись хоть, покажись людям. Они... Ух, не гада себе. Это ну. Ё-моё. Так. Неожиданно. Карп. Отличный карп, ребята. Тихо, мой хороший. Без подхвата попробую. Иди сюда, иди, мой хороший. Что ты меня клюнул на зеленый? Красавица. Так взял вот на манюську вообще крючочек. Ну вот, вообще маленький-маленький. А карась стоят вот здесь вот карповые крючки. Сам с ладошку, блин, озаглатывает. Вот так вот. А карпик вроде бы с такой пастью перебирает. Ладно, ну еще полчасика, ребят. В принципе, я уже кайф получил от сегодняшней рыбалки, честно скажу. Она такая у меня спонтанная получилась. Вот и при кормке все остатки замешивал, то есть абсолютно практически не готовился. В обед приехал, ну как бы нормально. Ладно, еще пару поклевок. Тихо. Уже клюет. Дай договорить хоть. И пошел. Да не, рыба уже выпрыгивает с воды. Еще не успел забросить. Так, ладно, ребят, посмотрим. Ну, полчасика, ну, час максимум еще сидим. Посмотрим, что у нас тут клюнет. Вот и крякалка докрякалась. Возможно, карась, конечно. Скорее всего. Ну, такой. Уже более нормальный. Ох, и жарко. Народ купается. Сейчас и я, наверное, пойду. Да. Карась, ну карась нормальный. Тихо. Ого, тихо. Ты что такой буйный-то? Кто у нас? Ай, блин, сазанчик. А клюнул как монстр. Это который с мизинец был. Паприку любишь, да? Так, ну тобой мы рыбалку закрывать не будем, наверное, да? Иди. Можно даже карасем закрыть. Ух, ребята. Что-то я выбрал сегодня денек. Жарковатый, конечно. Так, еще на крякалку. Карасик, наверное. Ну все, это будет финишная рыбка, ребят. Угу. Хорош. Клевал так дерзко. Оба. Да, карась. Ой. Вот и поклевка. Вот и поклевочка. Все, ребят. Финиш. Нужно вовремя останавливаться.
Не знаю, кто там. У нас сегодня крайняя рыбка. Это точно. Фу, блин. Класс. Вот это рыбалка сегодня. Кто? Ой. Ну ничего. Страшного. По-моему, это был зеркальный карпик. Так что, ребят, фу, на сегодня все. 3,5 часа точное время. Пробыл на рыбалке, тем более в дневное время. Использовал свою старую прикормку, все остатки. Ну, клевал изрядно карась. Дофига было холостых поклевок. Более-менее один карпик взялся. Один маленький, в основном карась. В общем, я вам обещаю, я приеду с утра пораньше, как нормальные рыбаки, в 5-6 утра. Рыбка прыгает. И мы с вами попытаемся порыбачить нормально, полноценно, то есть как нужно. Так что всем спасибо, ребят, за просмотры. Думаю, вам понравилось, как и мне. Так что всем пока. До новых встреч на канале.